Это одна из старейших линий города Москвы, практически самая первая. Было облезло, серо, все везде капало. С этими новыми изменениями она так преобразилась, она стала такая веселая, можно сказать, с разноцветными этими картинками. Заходишь в метро, и сразу тепло. Новые поезда, особенно детей впечатляют кнопочки. Это комфортные поезда, теплые. В них достаточно приятно находиться. Очень удобно, что открылась МЦК. Свой лифт для пожилых людей – это очень важно. Раньше это был грохот, шум, уши закладывает. Сейчас прям вот одно удовольствие. Мы очень довольны, что у нас такая прекрасная линия.